Тип Viking Chess. Это скандинавские городки. Игра родом с острова Готланд, Швеция. Называются иногда шахматами, потому что по накалу некоторые поединки похожи именно на шахматные партии. Правила куба простые, поэтому играть могут дети и пожилые люди. Партии проходят на улице, а удобный набор с сумкой от Outdoors сделает времяпровождение идеальным. В игре принимают участие от 2 до 12 игроков. Играют две команды. По 5 кубов или викингов располагаются по обе стороны команд. Король ставится в центр. Задача команд – выбить всех викингов противника, а только потом сбить короля. Кидается бита снизу вверх ровно прямой рукой. Любые отклонения считаются за нарушение. Пример игры. Первая команда бросает 6 бит и старается выбить как можно больше викингов. После вторая команда перекидывает сбитых викингов на сторону поля противника. Если викинг выпал за поле, то он ставится на расстояние одной биты от короля, а если попал в другого викинга, то бросок делается вновь. После первая команда, на чье поле кидали викингов, таким образом ставит элементы на их месте. Теперь вторая команда должна попытаться сбить всех викингов соперника и так далее. Выбить короля можно лишь тогда, когда все викинги выбиты. Если короля выбили раньше, то игра будет автоматически проиграна. Набор весит целых 9,5 килограммов и поставляется в удобной и прочной сумке. Сами элементы сделаны из натурального отшлифованного дерева.